запомните этот зал таким. Сейчас он абсолютно пустой, но буквально через 30 минут его заполнят. Горящие глаза и светлые головы, жаждущие получать новые знания и создать свой проект. В общем, 3, 2, 1, и мы начинаем. Не удивляйтесь, в этот день я очень быстро меняла локации. Сцена, закулисье, аудитории, мастер-классы. В этом калейдоскопе мест, людей, спикеров и кроется вся суть форума «Ямал-клик». Успеть за один день получить столько знаний и впечатлений, чтобы хватило на целый год вперед. И в этот раз количество участников выросло, а география расширилась. Почти 300 человек из различных медиа-объединений города, в том числе и дошкольных, а также юные корреспонденты из Ноябрьска, Надымского, Приуральского района. И даже из Нефтьюганска. Юль, ты только посмотри, сколько их сегодня в этом зале. Думаю, что скоро мы с тобой останемся безработной такими темпами, конечно. Ну, я точно не останусь безработной, потому что именно я сейчас на эту сцену приглашу идейного вдохновителя этого проекта. Нашего руководителя, директора информационного агентства «Импульс Севера» Владислава Сильнинова. Мы проводим мероприятие в самом лучшем учебном заведении Ямала, Новоуренгойском многопрофильном колледже. Спасибо вам большое. И сегодня у нас на церемонии открытия присутствует заместитель главы города Новоуренгой Михаил Атарыч Терещенко. Михаил Атарыч, ну давайте в форме интервью. Я же как журналист, и поэтому хочу спросить, а как вы в прошлом году вы были на форуме? Каковы остались впечатления и осадочек, может, какой? Осадка точно не было. Всем привет. Я очень рад тому, что эта традиция заложилась. А скажу, что это была хорошая затравка в прошлом году и явилась мощным импульсом для того, чтобы я сегодня пришел к вам вновь. Пять, четыре. 3, 2, 1. Ямал-клик! Форум объявляется открытым, друзья. В этом году число участников увеличилось, но наших экспертов массовостью точно не напугать, ведь они лучшие из лучших, настоящие профи в сфере медиа. На ребятах разные футболки, конечно, для красоты, но и функционал у такой задумки тоже есть. По цветам мы поделили команды, их получилось целых 3, а вот кураторов больше. Гости из Ноябрьска прибыли целым комплектом. Направление основы журналистики представил директор медиахолдинга МИГ Максим Солодов, но он прибыл не один, а с помощником. Направление бренд-медиа представил редактор службы образовательных проектов международного канала «RT» Илья Никаноров, город Москва. Ораторскому искусству ребята учились у Леси Привидион. Леся – тренер и автор курсов по прокачке публичных выступлений, а еще начальник отдела специальных проектов информагентства «Импульс Севера». Друзья, уже через несколько минут они будут ждать вас в своих аудиториях. Вы готовы? А кураторы готовы? Рад тебя здесь видеть. Так хорошо, что ты пришел. Да? Как-то не очень убедительно. Как будто бы я не очень-то рада и не очень-то ты пришла. А знаешь, тебя со мной, как будто бы все в порядке. Ну, вы вроде уже не стесняетесь друг друга, да? Вы получали образование журналиста или добились этого без образования? На журфаке вы получите базу, которая в конечном итоге вам пригодится в первый месяц работы. Либо если вы условно захотите перейти из одной сферы медиа в другую. Подробнее о работе каждой площадки мы расскажем вам завтра. А еще покажем, как прошла встреча на взрослых площадках со специалистами нейролингвистического программирования. Ну и, конечно, окунем вас в откровенные разговоры с нашими хедлайнерами Еленой Летучей и Владимиром Селивановым. Может, в Уренгое дом взять себе, не знаю. Только на работу ездить далеко будет. Сколько вы им там заплатили? Честно говоря, у нас тогда редактор не вырезал эти моменты. О да, мы знаем, вы заинтригованы. Ну терпение, друзья. Скоро все-все расскажем и покажем. Юлия Шаркова, Павел Михайловский, Антон Берестянский, Николай Александров. Информационное агентство «Импульс Севера».